Friends. Привет, друзья! Сегодня у нас с вами первое занятие по курсу «Лексический минимум для бортпроводников». Урок первый. Boarding language practice. Посадка на борт. Языковая практика. Boarding. Посадка на борт. Language. Языковая practice. Практика. Let's do together exercise one. Сделаем вместе упражнение первое. Разберем диалоги. Первое предложение у нас будет то, что делают пассажиры, то, что хочет пассажир. Второе – это ответ бортпроводника. Cabin attendant сокращать будем далее в нашем курсе. Бортпроводник. First sentence, первое предложение. M says, человек сказал, he has never flown before. Он никогда не летал раньше. Будем переводить по строчкам. M says, человек сказал, he has never, он никогда, never, никогда flown, летал before, раньше, никогда не летал раньше. И cabin attendant ему отвечает следующее. Don't worry, не беспокойтесь. Вы можете придумать свои ответы. Если вы хорошо владеете английским языком, можете предлагать свои варианты. Don't worry, I'm sure you will have. У вас будет an enjoyable flight, незабываемый полет. Итак, первое. A man says he has never flown before. Человек говорит, что он никогда не летал раньше. Don't worry, не беспокойтесь. I'm sure, я уверен, уверена, you will have an enjoyable flight. У вас будет незабываемый полет. Второе. A passenger drops her bag at the top of the steps and the contents fall out. Пассажир. A passenger. Drops her bag at the top. Перевернул свою сумку. Of the steps. На трап. То есть step. Шаг, да, ступень на ступени. На трап. То есть у пассажира сумка перевернулась вверх тормашками, да? And the contents и содержимое fall out. Выпало. Что ему cabin attendant может ответить? Don't worry также. Не волнуйтесь. Let me help you. Позвольте, я вам помогу. Let me help you. Let. Позвольте me, мне help. Помочь you, вам. Don't worry. Let me help you. Пожалуйста, видите конспекты. Если вы не обладаете достаточным уровнем лексического материала, если для вас это тяжело, начинайте заниматься с нами на нашем курсе английский с нуля, которую мы разработали специально для вас, и видите конспекты, выписывайте все вам незнакомые слова и выражения, пытайтесь с ними составлять предложения. A young mother asks about feeding her baby. Молодая мама просит покормить, feeding, feed, кормить, feeding her, ее baby, ребенка. То есть, a, неопределенный артикль какая-то, young, молодая, mother, мама, asks, третье лицо, единственное число, поэтому окончание s, ask, спрашивает, about, о, feeding, feed, кормить, ing, инговая форма, feeding, о кормлении her, ее baby, ребенка. Young mother asks about feeding her baby. Молодая мама спрашивает о возможности покормить своего ребенка. И cabin attendant отвечает, you have a special seat allocated to make feeding easier. У вас специальное кресло, расположенное для того, чтобы было удобнее кормить ребенка. You have, вы имеете, какой-то special, специальный seat, кресло, allocated, расположено, to make, чтобы сделать feeding, кормление, easier, легче. You have a special seat allocated to make feeding easier. You have a special seat to make. You have a special seat allocated to make feeding easier. Your cabin attendant will be with you as soon as we have taken off. Или ваш бортпроводник будет с вами так скоро, как мы взлетим. Your cabin attendant, бортпроводник, will be with you, будет с вами. As soon as, как, так, да, as soon as we have taken off. Так скоро, как мы взлетим. Четвертое. A passenger
lights a cigarette as he walks up the steps. Пассажир зажег сигарету, закурил сигарету, как только as he walks, как только он шел пешком, да, дословно, когда он начал взбираться up the steps по трапу. Okay, cabin attendant, бортпроводник. I'm sorry, please put out your cigarette immediately. Извините, вы не могли потушить сигарету немедленно? I'm sorry, я приношу извинения. Please, пожалуйста, put out, затушите вашу сигарету immediately, немедленно. Next. A young woman is crying as she enters the cabin. Молодая женщина какая-то. A young woman. Молодая женщина is crying, плачет, as she enters the cabin, как только она вошла в кабину самолета. Cabin attendant. Is there anything I can do to help you? Is there anything I can do to help you? Есть что-нибудь, что я могу сделать, чтобы помочь вам? Оборот за резервата. Is there anything, что-то, I can do, что я могу сделать to help you, чтобы помочь вам? Is there anything I can do to help you? Шестой. A passenger requests reassurance about the flight and destination. Пассажир требует уверений о полете и месте пребывания. Destination – это место, которого мы достигнем. Дословно, если да. A passenger – пассажир requests – требует справку. Получает справку, будет requests. Третье единственное число, да, окончание с. Reassurance – заверение. Уверение – reassurance. About or the flight – о полете. And destination – и дислокация, то есть место расположения, куда он прибудет. Cabin attendant. Yes, this is the flight to Frankfurt. Да, это рейс на Франкфурт, полет на Франкфурт или to Moscow. Yes, да, this is the flight. Это полет to, к месту какому-то, to Frankfurt. Да, Франкфурт. Да, это рейс до Франкфурта. Или to Moscow, до Москвы. Седьмое. A passenger wants to know where to sit. Пассажир хочет узнать, где ему сесть. И cabin attendant отвечает, let me see, позвольте я посмотрю, позвольте мне see, let me see, да, позвольте я посмотрю. 27C, 27C, right here, and you will find it at the end in the left. Right here, прямо отсюда, and и you will find, вы найдете it, это место кресла, at the end, в конце, in the left, слева. Let me see, 27C. Если не обладаете достаточными знаниями еще пока в области английского языка, базовым уровнем, то вы можете просто выучить это предложение. Let me see, позвольте я посмотрю. И показывайте на посадочном талоне или билете кресла-то. 27C, for example. Любой. Восьмой. A female passenger smiles, but says nothing on entering the cabin. A female passenger. Женщина-пассажир улыбается, но ничего не говорит при входе в кабину. Cabin attendant. Good morning, welcome aboard. Доброе утро, допустим. Good morning, welcome on board, добро пожаловать на борт. Или good afternoon, добрый день, welcome on board, добро пожаловать на борт. Good evening, добрый вечер, welcome on board, добро пожаловать на борт. Девятое. A passenger seems nervous and inquires how smooth the flight will be. How smooth the flight will be. Пассажир кажется нервозным и требует разъяснений, inquire, справок, how smooth, каким гладким the flight will be, будет полет, каким ровным будет полет, да? Cabin attendant. Мы дословно переводим, я напоминаю. The flight conditions are reported as favorable. The flight conditions are reported as favorable. Условия, condition полета
are reported, заявлены as favorable, как благоприятные. There is really no need to worry. Не стоит беспокоиться, да? There is really, в действительности, no need to worry, не стоит беспокоиться. Десятое. A passenger inquires about the duration of the flight. Пассажир inquires, выбирает справку, да? Inquires. Единственное число, третье лицо, да, с окончанием, поэтому у нас a passenger inquires about or duration, продолжительность of the flight, полета. Итак, пассажир хочет осведомиться о продолжительности полета. Cabin attendant, flight time is about 6 hours. Время полета около 6 часов. Let's do together exercise 2. Давайте выполним упражнение 2. Почитаем, переведем. May I see your boarding pass card? Могу я посмотреть ваш посадочный талон, купон? May I see your boarding pass? May I see your boarding pass? May I see your boarding pass? Могу я посмотреть ваш посадочный талон? Would you mind showing me your boarding pass? Вы не возражаете показать мне ваш посадочный талон? Would you mind showing me your boarding pass? Would you mind showing me your boarding pass? Would you mind showing me your boarding pass? Can I ask you to show me? Могу я вас попросить показать мне? Can I ask you to show me? Can I ask you to show me? Can I ask you to show me? I'm sorry, but I need to see. Извините, но мне нужно посмотреть. I'm sorry, but I need to see. I'm sorry, but I need to see. I'm sorry, but I need to see. Извините, мне нужно посмотреть. I'm sorry, but I must ask you to show me. Извините, но я должен вас попросить показать мне. I'm sorry, but I must ask you to show me. I'm sorry, but I must ask you to show me. I'm sorry, but I must ask you to show me. Окей. Okay. Я напоминаю, если вы не знаете эти слова и выражения, пожалуйста, идите конспект и выписывайте, заучивайте целыми блоками. Давайте выполним упражнение 3, exercise 3. Почитаем диалоги и переведем их. Cabin attendant. Напоминаю, это у нас сокращение аббревиатуры портпроводник. Can I help you? Могу я вам помочь? Can, могу, I, я, help, помочь, you, вам. Дословно, да, мы говорим. Can I help you? Могу я вам помочь? Pass, passenger. Пассажир. I can't get my rucksack into the overhead compartment. I can't get my rucksack into the overhead compartment. Я не могу положить мой рюкзак в отделение на багажную полку. Overhead, над головой, сверху. Don't worry, не волнуйтесь. If you would like to sit down. If you would like to sit down, если хотите, вы можете сесть. I will do it for you. Я сделаю это для вас. Don't worry. If you would like to sit down, I will do it for you. Я напоминаю, если у вас первоначальный уровень базовый английского языка, пожалуйста, заучивайте диалоги. Особенно, если вам не знакомы какие-то слова и выражения. Еще раз почитаем. Cabin attendant, can I help you? Могу вам помочь? Passenger, I can't get my rucksack into the overhead compartment. Я не могу положить мой рюкзак на багажную полку сверху, overhead, над головой. Cabin attendant, don't worry, не беспокойтесь. If you would like to sit down, если хотите садитесь, I will do it for you. Я сделаю для вас. Dialogue 2. Cabin attendant, excuse me, извините. Passenger. Пассажир, yes, да. Cabin attendant, I'm afraid you can't leave your bag there. I'm afraid, я боюсь. Дословно, извините. You can't, вы не можете leave, оставить your bag, вашу сумку, there, здесь. Passenger, why not, почему нет? It is not in anyone's way. Она же не, дословно, не у кого-то на пути. Она никому не мешает. It is not, она не in anyone's way. Не на чем-то пути расположены. Cabin attendant, no, нет. But it might be. Но она может помешать. You are sitting next to the emergency exit. Вы сидите рядом с аварийным выходом. Обязательно запомните. Emergency, аварийный, exit, выход.
You're sitting next to the emergency exit. Вы сидите рядом с аварийным выходом. Пожалуйста, если вы не знаете и не можете сами грамотно построить предложение еще пока на английском языке, заучивайте целые блоки, целые предложения. You are sitting next to the emergency exit. Вы сидите рядом с аварийным выходом. Passenger. So where do I put it? Ну, куда мне ее положить? I will need the things in it during the flight. Мне нужны будут вещи в ней в течение полета. I will need. Мне понадобятся the things. Вещи. In it. В ней. During. В течение the flight. Полета. During the flight. В течение полета. Cabin attendant. I think you will find there enough room to put it under your seat. Я думаю, я полагаю. Увы. У вас будет достаточно места, to put it, чтобы положить ее under your seat, под ваше кресло. Okay, еще раз прочитаем. Excuse me, yes, I'm afraid you can't leave your bag there. Why not? It's not in anyone's way. No, but it might be. You are sitting next to the emergency exit. So, where do I put it? I will need the things in it during the flight. I think you will find there enough room to put it under your seat. Третий. Cabin attendant. Бортпроводник спрашивает. Would you like to stow your briefcase somewhere else? Вы не хотели бы переместить, to stow, перемещать your, ваш briefcase, чемоданчик, ручную кладь, somewhere, куда-нибудь еще. Somewhere, куда-то else, еще. Briefcase. Case. Case. В современный русский язык пришло слово. Briefcase. Чемодан, да? Ручной. Would you like to store your briefcase somewhere else? Не хотели бы переместить ваш чемодан куда-нибудь еще? You don't look very comfortable with it there by your feet. Вы не выглядите очень комфортабельном положении with it. С ним. There, здесь, дословно переводим, например, by your feet, у ваших ног. Passenger, thank you. Спасибо. Would you like to store your briefcase somewhere else? You don't look very comfortable with it there by your feet. Thank you. Четвертое. Passenger, I'm not sure what to do with my coat. Я не уверен, I'm not sure. What to do? Что можно сделать с моим пальто? Coat. It's my coat. Cabin attendant. If you leave it with me. Если вы оставите его со мной, I will hang it in the wardrobe compartment. Я повешу его в гардероб. Wardrobe compartment. В отсек гардероб. I'm not sure what to do with my coat. Я не уверен, я не знаю, что мне делать с моим пальто. If you leave it with me. Если вы его дадите мне. I will hang it in the wardrobe compartment. Я повешу его в гардероб. От всех гардеробов. Five, пятый. Passenger. I was told I could bring the suitcase into the cabin with me, but it's too big to go in the compartment or under the seat. I was told I could bring... Мне сказали... Тут пассив идет, да? Страшный слог. I was told... Мне сказали, I could bring... Я могу принести this, этот suitcase, чемоданчик, into the cabin, в кабину, with me, со мной. But, no, it's too big, но он очень большой, to go in the compartment, чтобы поместить его в какой-то отсек на полку, да? Or under the seat, или под кресло. Cabin attendant отвечает, проводник, well, так, if you would like to let me take it. Если хотите, я возьму его. I will look after it for you. Я присмотрю за ним для вас. Почитаем еще раз. I was told I could bring the suitcase into the cabin with me, but it's too big to go in the compartment or under the seat. Well, if you would like to let me take it, I will look after it for you. Exercise 3. Упражнение 3. Запомни следующие слова и выражения. Passenger. Может пассажир нас спросить. I'm sorry, but I'm having trouble with. Извините, но у меня проблемы с.
I'm sorry, извините, but I'm having, я имею, trouble, проблемы, какие трудности with, с, coat, допустим, пальто. I'm sorry, but I'm having trouble with my coat. My coat, с моим пальто, this coat, этим пальто. Briefcase, с ручным чемоданчиком. Hold all, ручной кладик, bags, сумкой, duty-free bags, сумками из магазина, без пошлинной торговли, duty-free. Where can I put it? Допустим, это. Where can I put the bag? Где я могу положить сумку? Where can I put? Could you look after? Вы не могли бы присмотреть? Could you look after it? Допустим, за этим. Could you look after? Could you look after it? Или выше приведенные слова и выражения можете использовать. Could you look after my coat? Не могли присмотреть за моим пальто. Could you look after this coat? Не могли присмотреть за моим, за этим пальто. Could you look after briefcase? Вы не могли бы посмотреть за этим ручным чемоданчиком. Could you look after this holdall? За этой ручной кладью. Could you look after this bag? Не могли бы посмотреть за этой сумкой. Could you look after this duty free bags? Вы не могли бы посмотреть за этими сумочками, пакетами из duty free. May I store your overcoat in the overhead compartment? И бортпроводник может ответить у нас. May I store your overcoat in the overhead compartment? Могу я переместить ваше пальто в гардероб? Overhead compartment. А, на багажную полку. Отсек. Overhead compartment. Could I ask you to place your coat and briefcase in the wardrobe compartment? Могу я попросить вас переместить ваше пальто и ручной чемоданчик в гардероб? In the wardrobe compartment. Отсек гардероба. Do you think I could put hold all bag beneath the seat? Do you think, вы думаете, I could, могу я поместить hold all, ручную кладь, hold all bag beneath, внизу, the seat, внизу кресла. Okay, let's do together exercise 4. Выполним четвертое упражнение. Почитаем, переведем. Первое. Put out your cigarette. Читаем, переводим. И рядом нам данные слова и выражения, с которыми должны составить ответ, как бортпроводник. Would mind. For example, для примера. Put out your cigarette. Выньте вашу сигарету. Would и mind должны использовать мы слова, да? Would you mind to put out your cigarette? Вы не будете возражать. Вынуть вашу сигарету. Здесь, конечно, не должен быть вопрос. Would you mind to put out your cigarette? Вы не будете возражать, отложить, убрать, то есть вынуть вашу сигарету. Can't you find your seat? Can't you find your seat? Вы не можете найти ваше кресло? Используем глагол to be. Are в нужной форме you. Ты, вы, trouble, проблемы, finding, поиск. Are you any trouble with finding your seat? У вас какие-то проблемы с поиском кресла? Третий. You have made a mistake. Вы сделали ошибку. You are in someone else's seat. Вы на чужом кресле. I think you may be in a wrong seat. Я думаю, вы на чужом кресле. Please change seats with this passenger. Пожалуйста, поменяйтесь креслами с этим пассажиром, допустим. Или would you mind to change your seat? Вы не будете возражать поменяться креслом? Поменяться креслом. Would you mind to change your seat? Let's do exercise 5. Выполним с вами еще одно упражнение. Exercise 5. Упражнение номер 5. Первое. A passenger is sitting in the wrong seat.
Пассажир сидит не на своем кресле. Excuse me, извините. Can I see your boarding card? Могу я посмотреть ваш посадочный талон? I think you may be in the wrong seat. Я думаю, вы сидите на другом кресле. Дословно, неправильном. Wrong seat. В неправильном кресле. A passenger is sitting in the wrong seat. Excuse me, can I see your boarding card? I think you may be in the wrong seat. Второе. A passenger wants to change her seat to the next, to be next to the window. Пассажир хочет поменять свое кресло, ее кресло, чтобы сидеть рядом с окном. But it is occupied. Но оно занято. И бортпроводник может ответить I'm afraid. Извините. I'm afraid. Я боюсь. You can't. Вы не можете change seats. I'm afraid you can't change seats. Извините, я боюсь, что вы не можете поменяться кресло. But if you like, но если вы хотите. I will ask the passenger, я спрошу пассажира, in the window seat, который сидит у иллюминатора, if she would mind changing. Не будет ли она возражать, чтобы поменяться креслами? A passenger wants to change her seat to be next to the window, but it is occupied. I'm afraid you can't change seats, but if you like, I will ask the passenger in the window seat if she would mind changing. Третье. A passenger sits in a seat allocated to the cabin attendant. Пассажир сидит на кресле, предназначенном для бортпроводника. Cabin attendant. I'm sorry, извините, but this seat is for a member of the cabin crew. Но это кресло только для членов кабинного экипажа. Can I see your boarding pass? Могу я посмотреть ваш посадочный купон, талон? Can I see your boarding pass? I'm sorry, but this seat is for a member of the cabin crew. Can I see a boarding pass? Четвертое. A passenger lights a cigarette in a non-smoking area or during the preparation for takeoff. Пассажир зажег сигарету в зоне для некурящих пассажиров or during или в течение the preparation подготовки for takeoff. Полета. Значит, бортпроводник ему отвечает I'm sorry, smoking is not allowed. Извините, курение is not allowed. Не разрешено, дословно запрещено, да? По-русски скажем I'm sorry, smoking is not allowed. Please extinguish your cigarette. Пожалуйста, потушите сигарету. I'm sorry, smoking is not allowed. Please extinguish your cigarette. Извините, курение запрещено, потушите сигарету. Пятое. A passenger is sitting in the first class cabin, but has an economy ticket. Пассажир сидит в кабине первого класса, но у него билет в эконом-класс. A passenger is sitting, сидит in the first class cabin, в кабине первого класса, but no, has, имеет, дословно, an economy, экономический ticket, билет, билет в эконом-класс. Cabin attendant. Excuse me, but you should be in the economy cabin. Извините, но вы должны быть в кабине экономического класса. Excuse me, but you should be in the economy cabin. Шестое. A passenger cannot find his seat. Пассажир не может найти свое кресло. Passenger. A passenger cannot find his seat. A passenger cannot find his seat. Пассажир не может найти своего кресла. Let me help you. Позвольте, я вам помогу. Let me help you. Позвольте вам помочь. Can I see your boarding pass? Могу я посмотреть ваш посадочный талон? Let me help you. Can I see your boarding pass? Позвольте мне вам помочь. Могу я посмотреть ваш посадочный талон? Let me help you. Can I see your boarding pass? И седьмое. Two passengers are arguing over the same seat. Два пассажира ругаются об одном и том же кресле.
two passengers, два пассажира, are arguing, ссорятся over, or the same, в том же самом seat, кресле. И cabin attendant у нас ответит, can I see your boss boarding cards, please? Могу я посмотреть оба ваших посадочных талона? Can I see your boss boarding cards, please? Okay, well done. Сегодня мы хорошо с вами позанимались, поработали. Пожалуйста, идите конспекты, выписывайте все незнакомые слова и выражения. И до встречи на наших следующих занятиях на канале Club of Asian Languages. Английский язык для бортпроводников.